Всем привет, с вами Филипп, и мы все-таки продолжаем играть в эту игру под названием Dark, про вампиров. Ну, мы играем за вампира, мы прокачиваем ему умения. Так, у нас закончилась миссия, ну, мы еще в музее. Нам главное вот на такие вот штуки не натыкаться, просто они прихождение нам сказали в прошлой части. Они реагируют на движение, так что нам надо тихо. Так, Ctrl нажать. Проверим. Раз, два, три. Твою мать, один рядом, а я даже не заметил. Так, на стекла не наступаем. Звук. Так, с этим нельзя взаимодействовать. Ну, там можно выключить эти штуковины. Чё это за такие люди? Так, это что так? М-17. Так, небо главное. Твою нахуй. Да. Тут их трое осталось, да? Я так вижу. Да. Вышлите подкрепление! Убить вампира! Ну твою нахер, блин! Да чё он его не бьет? Как я не нажимаю левую кнопку мыши, он даже его не... ударить не хочет. Ну только не говори, что опять говорить комната, будешь. В которую я ваш. Эй, хватит! Мы сюда. А, тут можно вот так пропускать. Хорошо. Правой мышкой можно пропускать каждый диалог. Так что вот она, еще одна. Для опыта нам нужно собирать их. Ой. Найден КПК. 200 опыта дают. У нас проблем. Заткнись. Равшан. Вышлите подкрепление. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ох ты ж, блин. Прикрой, перезаряжаюсь. Достану кровосос. Так, они все смотрят туда, но я наверху. Мне это очень помогает. Осторожно, тут может быть засада. Глядеть в оба. Да никого там нету. Я вам отвечаю. Блин, их тут четверо. Держать позицию. Так, осталась половина, и враги все уйдут. Походу уйдут. А я пока тут посмотрю на этот супер резачок такой. Мечик. Топорик. Строение непонятное. А, это... Да и меня тут нет, я же говорю, я уже ушел наверх. Могу посмотреть. Прикольный звук такой. Как по-настоящему наступаешь. Возьмем позицию. Лорд кровосос нашего убил. Это он, небось, вернулся. Прикрой. Твою мать. Может быть засада. Глядеть в оба. Там кто-то есть. Да сука, ёбаная. Мне все-таки. Так, услышали. Ну, блин, я испугался, конечно, сюда идет кто-то.
оба сюда идете. А, это нелегко будет. Ну, они сейчас все уйдут, да? Если уйдут, это будет хорошо. Если нет, то это плохо. Их тут будет еще до хера и больше. Да, они даже не пытаются уйти, я лучше загружу. Так, это где мы? А, тупо, блин. Вдруг я загружу игру не на том месте. Да как я там пройду уже, все? Так, она среагировала, это хорошо. Кинжал стал оружием средней армии. Они все ушли. Он был дальнейшим развитием средневекового университета. Не так уж прям быстро. Вначале он, вероятно, должен был... Эй, стой! Ну твою мать, ну блин, это очень сложно. Ладно, убивайте меня. Глядеть в оба. Держать позицию. Возьмем позицию. Надо выпить кровь его. Да, чувак, не нужна твоя кровь. Ты же у нас капитан. Все, мы пополнили одну фигнюшку. Ой, ёлки. Как же я вам с вами справлялся, тупо. Атака на музее выглядела странно. И они не пытались ничего украсть. Я боялся, что они пришли за тем, за кем и я. За Блумингом. Мы все так считаем, походу. Так, тут у нас еще одна. Орда стоит. Охранников. Че с тобой? Опять что там? Да ты гонишь. Главное, боль. Опять умываться надо. Я не мог сосредоточиться. Вокруг все закружилось. Тут более ты... неудачного времени не придумать. Пришлось вернуться и найти местечко потише, чтобы отдохнуть. Спокойно, Эрик. Все хорошо. Чё хорошо? Ты... Голос ангела в моей голове пропал так же быстро, как и появился. Но с ним пропала и боль. Нужно было скорее найти Блуминга. Нельзя позволить боли управлять мной. Давай быстрее его. Так, где они? Все там. Нам надо вон туда. Теперь... Где директор? Понятия не имею. Давай! Я не знаю. Говори или стреляй. Так, его там убили. Обнажай внутренние органы. Чёрт. У обратно.
этим покончено. Оцепить помещение, возможно, это не конец. Как их убили, вот этих охрана военных? Музея отбила нападение. Однако охранник... Темнота по-прежнему была моим другом. Так, и нам надо как-то туда пробраться. Да, эта игра насыщена очень сложной игрой, потому что надо каждый шаг смотреть за ними, куда идут, куда смотрят. Внимание! У нас нарушитель, нужна подмога! Кто вам сказал? Внимание, я... Вот видите, вот каждый шаг надо смотреть, я хоть знать, кто там. Да убивай ты меня, мне уже пофиг. Это очень сложная игра, я не смогу ее так проходить. Так, чтобы никто не понял, если пройти эти... Так, пропустить, пропустить. Охрана музея. Одна. Темнота. Так, мне бы как-то надо туда вот пройти, вот влево. Главное, чтобы этот не повернулся. Давай, иди куда-нибудь влево, вправо, вниз. Твою же налево, давай. Че, тихо, не можешь? Ты не говоришь, что ты сюда идешь, что ты задолбан. Так. У тебя нет шансов. У меня есть шанс. Game over. Хватит в игры играть! Выходи! Вот он! Так, сколько вас там еще? Ну блин, ну это ж так нечестно. Очень хорошая игра, блин, но... У тебя нет шанса! Вообще же зашибись, какая сложная. Я его видел! Выходи давай! Так, он меня видел, что я там. Как я вам его убью? Трое наверху, блин, внизу. Шестеро. Хватит в игры играть, Макс. Да хватит, да, в игры играть. Давайте убивать его. Так, блин, это очень сложно. Однако-то... Надо как-то... Давай, пропускай быстрее. Темнота попри... Нам надо сейчас быстро этого убить.
тащим туда тело сразу же. Так, быстро этого убиваем. Тащим его тело вот сюда. Так. Там сейчас еще один пойдет, но не знаю, куда он пойдет. Давай. Ука. Да, чувак, хватит смотреть туда, иди направо. Так, тащить братана мы будем вот сюда, в темноту. Сколько вас там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А может мне просто надо дойти до туда? Нихера не делаю. Просто у меня такая идея заигралась. Так, этот чувак направляется туда. Мне надо, чтобы он обратно вернулся, я его как-то убил. Точнее, мне надо как-то попасть вниз. Это будет сложно, потому что там один чувак уже стоит. В этом он внизу, я его ноги только что вот видел. Так, мне показывают, куда надо идти. Да мне пофиг, куда надо идти. Мне надо всех вырубить, чтобы никто не болтал. Бла-бла-бла-бла. Он увидел, но не решил спасать своего дружка. Лучше стоять на одном месте. Бросим тебя где-то тут. Тут не такое уж прям палевное место. Блин, да их там сразу четверо стоят. Заткнитесь вы. Этот чувак не собирается уходить. Твою мать, он же сейчас сюда уже пойдет. Так, но если мы его убьем первым, ну мы хер его убьем первым. Так, давай, иди сюда, иди сюда.
У тебя нет шансов! Кольчуги начали усиливать, и в конце концов их заменили. Так. Все сразу ж туда охватились. Мать, блин, да это невозможно пройти. Кто тебе сказал, что... Нет уж, мы останемся тут. Давай, ты будешь перемещаться туда. Мы тут постоим. Черт, хватит! Твою мать! Вообще сложно, это невозможно пройти. Твою мать, как же это пройти? Однако охранники едва ли понимали, что я не один из них. Темнота по-прежнему была моим. Да, не одним из них, но все равно те искали, блин. Точнее, не искали, а найдут, и все, и те сразу хана. Нам срочно нужна помощь! Внимание! Как-то плевать, куда идти. Мне бы главное вон туда вниз спуститься и там быстренько все перейти. Твою мать, ну куда ты мне наверх показываешь? Мне вниз надо. Плюс ты прыгать не умеешь. Кто ты такой? Да, я хуй тут пройду ту игру. Сколько не попытаюсь, я ее все равно не пройду никак. Давай, 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 быстрее все. Охрана музея отбила нападение. Однако охранники едва ли понимали, что я не один. Темнота по... Как же это пройти, твою же? Меч — символ власти и свободы, а также большого воинского почета. Так, мы его сюда затащили этим звуком. Имена, которые связаны с мечом в литературе и истории, указывают на высокое положение и богатство их владельцев. Так. Да вали ты оттуда уже, а? Чубрик. Ну, наконец-то, блин. Ты игру фиг пройдешь? Я понимаю, какие следующие будут миссии. Да не надо говорить, что туда нельзя попасть. Так, мне надо как-то телепортнуться вон туда. Внимание!
нахер, идите нахер. Блин. Твою ж налево, ну зачем он там сзади взялся? Все, игра бесит меня, это по-черному бесит. Заткнись, 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 даже не базарь. Так, зачем я поднялся сюда, блин? Мне вот сюда надо было. Меч — символ власти и свободы, а также большого воинского почета. В средние века меч нередко служил символом Слова Божьего. Имена, которые давались мечам в литературе и истории, указывали на высокое войди положение сюда. И богатство их владельцев. Пошел вон, нигерс. Твою же мать, ничего нельзя взять. Давай, иди отсюда, блин. Тысячи лет будешь там стоять. Блин, тебя ждать как? Давай. Так, у меня еще одна идея. Вот это убить внизу, который нас спалил. Это откуда там взялся? Тебя ж там не был. В средневековой Европе что боевой топор, казалось, уже окончательно устарел. Однако по мере распространения лат стала расти популярность... У нас проблема! Откуда они там взялись, блин? Я понять не могу. Бля... Как так можно играть? Я уже где-то 30 минут в нее играю, и пройти эту миссию не могу. Интересно, да, интересно, очень. Интереснее некуда. Давай уже. Указывают на высокое положение и богатство их владельцев. Наконец-то. Сейчас этот еще полчаса будет мне тут стоять. Иди нахер. Куда ты, блин? Он снова там! Покажись! Хватит в игры играть! Выходи! Тебя найдем и прикончим! Эй, кто здесь? Вот он! Убить его! Вали его! Ну ты подойди сюда, ну давай. Держишься! Выходи нам! Мочи его! Перезаряжай, прикрой! Прикрой от себя, блин! Так, чуваки, я это проходить не буду игру, все, я тебе вам показал эту игру. Полная. А игра нормальная, но очень сложная. Там надо логически продумать, куда он пойдет, куда идти. Ладно, это как бы для меня это был последний. Это как бы смотр будет игры, потому что это невозможно играть.
Так что всем пока, с вами был Филипп. Мы играли в игру Dark. Точнее, просматривали ее, блин, так теперь буду называть. Это невозможно было играть. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.